Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии и акционерное общество ТАТ-Медиа подписали соглашение о сотрудничестве. Так, журналисты, пишущие на чувашском языке в Татарстане, будут приезжать в Чебоксары на языковые курсы, что позволит существенно повысить качество публикаций как в печатных СМИ, так и на телевидении и радио. ТАТ-Медиа – лидер рынка в Республике Татарстан. Это редакция печатных СМИ, телерадиокомпании, информационное агентство и полиграфический издательский комплекс. Согласно подписанному меморандуму, у наших регионов появится возможность обмениваться не только накопленным опытом, но и контентом, в том числе видео. Коллеги дают нам контент для размещения в наших изданиях, которые издаются на татарском языке. Мы, соответственно, поставляем контент, который издается в 4 изданиях в Татарстане. Совместное обучение, которое мы готовы проводить. То есть журналисты ТАТ-Медиа хотели бы лучше узнать чувашский язык, поэтому мы будем готовить для них специально обученных людей, которые приедут в Татарстан и обучат правильности чувашского языка. В последнее время мы сильно много изучаем опыт наших коллег в разных регионах России. Мы были в Москве, Петербурге, и, конечно, и в первую очередь решили с нашими соседями познакомиться, потому что у каждого есть свой уникальный опыт в разных направлениях, и то, что мы услышали сегодня, тоже нас очень сильно удивило. Много интересных проектов, которые мы можем себе тоже реализовать. И, со своей стороны, мы готовы нашим коллегам тоже поделиться помощью. В нашей республике ожидается нечто подобное, наверное, схожее с ТАТ-Медиа в чем-то. Но мы к этому стремимся, да, в том числе к такой организационно-правовой форме и возможности участвовать в разных федеральных грантах. Ну, мы это и так делаем, да, но просто с помощью там, одного предприятия можно гораздо оптимизировать, в том числе управленческую модель, и распространить больше на разные среды вещания. При этом стало известно, что планируется создать медиахолдинг в Чувашии. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала глава Минцифры Кристина Майнина.